На ковре Яна Батыршина. Еще одна воспитанница Ирины Винер. Удивительно удачливого тренера, умеющего в полном смысле слова раскопать талант. Угадать будущий алмаз за много лет до того, как он заблистает всеми своими гранями. 8 лет назад она взяла под свою опеку совсем маленькую, никому еще, естественно, неизвестную Янку. И вот что из этого получилось. В этого солнечного ребенка с первого взгляда, сказала мне Ирина Виннер. Все эти годы она мне доставляла подлинную радость. Думаю, сейчас Янка тоже доставила радость Ирине Александровне. За композицию с булавами на музыку Людвига Минкуса из балета «Дон Кихот» Яна получила 9 925 тысячных баллов и возглавила турнирную таблицу.